Вследствие обстрела двух катеров Государственной пограничной службы Украины были ранены 7 пограничников, еще двое числятся пропавшими без вести. Один из госпитализированных получил тяжелые травмы, двое травмы средней тяжести, а четверо – легкие ранения, сообщил начальник пресс-службы ведомства Олег Слободян. Один из катеров затонул вследствие пожара, возникшего после обстрела. При этом в госпогранслужбе пока не могут с уверенностью сказать, откуда и из какого оружия велся огонь. Власти работают над решением газового вопроса. Украина ведет переговоры по заполнению своих газовых подземных хранилищ без прямых поставок газа из России, сообщил Петр Порошенко. По словам президента, до зимы еще есть время для принятия решений. «Я могу заверить в том, что если в Украине будет мир, без газа она не останется. Если же ситуация ухудшится, газ не будет самым важным вопросом», – сказал Порошенко. Напомним, в правительстве заявляют, Украина имеет все технические возможности по замещению импорта российского газа в отопительной системе сезон за счет поставок топлива из Евросоюза. Без света. В Украине готовятся отключать электроэнергию, как в 90-е. Министерство энергетики и угольной промышленности уже направило областным энергоснабжающим компаниям соответствующие инструкции, сообщает пресс-служба Прикарпатия Облэнерго. Прибегнуть к такой практике правительство вынуждено из-за дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. Отключения будут происходить по согласованным с областными администрациями графикам во время утренних и вечерних пиковых нагрузок. Отключение отдельных групп потребителей продлится не более 2 часов. Графики вводятся в действие в течение 10-15 минут после распоряжения главного диспетчера электроэнергетической системы Украины, объяснили в компании. Штраф за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Такая норма предусмотрена в новом правительственном законопроекте. В случае несвоевременного или не в полном объеме внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, потребитель обязан платить пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа. Штраф начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга, говорится в законопроекте. Напомним, мораторий на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ был введен в 90-х годах. Прошлого столетия. Тогда законом предусматривалось, что мораторий может быть снят в случае, если будут погашены долги перед гражданами по выплате зарплаты. Нацбанк Украины ввел обязательную конвертацию денежных переводов в гривну, запретил выдачу иностранной валюты по платежным картам, а также замедлил процедуру покупки инвалюты на межбанковском валютном рынке. В постановлении НБУ указывается, что новые ограничения введены с учетом общественно-политической напряженности в обществе, наличия определенных элементов риска и неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации, а также с учетом экономических проблем. Очередной поджог в Приватбанке в ночь 31 августа на 1 сентября полыхнуло отделение на Балковской. Сообщение о возгорании поступило около 4 утра. В милицию позвонили пожарные, сообщили, что горят защитные ролеты, входные двери и окно. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Напомним, что это уже более чем 10-й случай поджога отделений данного банка в Одессе и области. С востока на дело. Трое луганчан пойманы с поличным во время квартирной кражи. Вероятно, считают в милиции, преступление организовал один из задержанных. Неоднократно судимый, недавно вышедший из мест лишения свободы. Так или иначе, трое уроженцев Луганска проникли в чужую квартиру в центре Одессы. Злоумышленники проникли в чужое жилье по улице Успенской прямо через окно, которое банально взломали фомкой. На нем же, кстати, и засыпались, когда покидали место преступления. Сосед, увидев, что в соседней квартире творится неладное, позвонил 102. И указал направление, в котором данные люди скрылись. Мы обследовали прилегающую территорию и во дворе дома по улице Пушкин 68 заметили неизвестных граждан, которые при виде патруля повели себя неадекватно, также положили вещи на землю. Среди неожиданного ассортимента ценностей для небогато одетых граждан патрульные обнаружили и орудие взлома. После этого троица была доставлена в Приморское отделение милиции, где и созналась в содеянном. В отношении задержанных открыто уголовное дело по 185 статье. Сидеть луганчане, скорее всего, будут в Одессе. Николай Конюхов, Альбина Молдаваненко, события, телеканал «Академия».
Опасная линейка. День знаний в Одесском государственном университете внутренних дел начался с поисков взрывчатых веществ. Утром в милицию поступил сигнал о минировании вуза. Приехавшие на место спасатели и милиция эвакуировали около 850 человек, после чего специалисты взрывотехнической службы обследовали помещение и территорию вуза и не нашли никаких опасных устройств и веществ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Одесской области. В настоящее время начато уголовное производство по части 2 статьи 383 ведомо ложное сообщение о совершении преступления Уголовного кодекса Украины. Правоохранители отмечают, что каждый подобный выезд на ложное минирование обходится государству в десятки тысяч гривен. Поэтому санкция статьи, по которой классифицируется это преступление, недавно была изменена. Теперь указанные деяния наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. По доброй традиции, 1 сентября большая семья Национального университета Одесская юридическая академия Международного гуманитарного университета принимала в свои ряды новых студентов. От Львова до Луганска, от Ровно до Запорожья. Как всегда, география студентов Национального университета Одесская юридическая академия впечатляет. 90% студентов-первокурсников вуза представляют другие регионы. Сергей Кивалов в своем выступлении делает акцент на юношах и девушках из неспокойного ныне Донбасса. В общежитиях юракадемии места получили более 400 студентов из Донецкой и Луганской областей. Им, а также многим другим первокурсникам, помощь в получении знаний окажет квалифицированный профессорско-преподавательский состав, один из лучших в стране. Меня радует, что со всех уголков приезжают и хотят иметь перспективу, и хотят иметь будущее. Я благодарен родителям, что они отпустили своих детей именно в Одессу. Потому что, если говорить о статистике, почти 90% – это иногородние студенты. И мы должны создать им настоящие условия здесь и для проживания, и для отдыха, и самое главное – для учебы. И у нас для этого есть все возможности. Я вам хочу сказать, здесь собран самый лучший профессорско-преподавательский состав. У первокурсников еще не было времени досконально ознакомиться с возможностями, которые предоставляет университет. Но уже то, что они увидели, а именно новый построенный стадион, произвело на них сильное впечатление. Сегодня это один из ведущих правовых университетов Украины. И мне нравится город Одесса и обстановка, которая царит в этом городе. Ну и, конечно, сам университет. Тоже мне очень нравится, и поэтому выбор пал именно на юридическую академию. Хочу здобути гідну юридичну освіту та, мабуть, щось змінити в своїй країні, мабуть, побудувати якісь демократичні засади, та й взагалі для себе, щоб бути гарним юристом та здобути гарні правові знання для себе. Многие в своем выборе отталкивались и от той информации, которую узнали от друзей и родственников, получивших здесь образование. Глядя на успехи знакомых, выбрать другой вуз для обучения ребята не могли. Хочу достичь высоких результатов в своем, ну, в своей деятельности. Хочу быть хорошим юристом. У себя, ну, или у себя в городе, или в Одессе. У меня здесь училась тетя, и как бы по ее рекомендациям я поступил именно в этот вуз. Занятия в Юракадемии МГУ начнутся 3 сентября, а 2 сентября решением президента вузов Сергея Кивалова – выходной день. Повод достойный – 220-й день рождения Одессы. Виталий Хемий, события, телеканал «Академия». В 56-й школе двойной праздник. День знаний совпал с юбилеем образовательного учреждения. Сегодня школе исполняется 50 лет. На торжественной линейке нарядные ученики, преподаватели и почетные гости. В их числе народный депутат Украины Сергей Кивалов. Линейку открывают национальным гимном Украины. Почетные гости преподносят школе особый подарок. Сергей Кивалов вручает директору учебного заведения подарочный сертификат на бесплатное посещение спортивного комплекса юридической академии. Теперь более 5000 учеников 56-й школы смогут в любое время заниматься спортом в залах вуза. Мы подарили школе сертификат на посещение и бесплатное занятие всеми видами спорта. Это, наверное, хорошо, потому что им здесь комфортно и уютно. Они и так к нам приходят. Но вот здесь это юридически мы закрепили. Как водится, школьники радуют собравшихся вокальными и танцевальными номерами. С импровизированной сцены звучат поздравления, стихи и даже клятвы. Клянусь я ребенком воспитанным быть и не бегать по школе, а шагом ходить. А если нарушу я клятву свою, тогда молочный зуб отдаю, тогда обещаю мыть вечно посуду и за компьютер.
Самых маленьких учеников ждет еще один подарок, теперь уже от старшеклассников. Завершает линейку традиционный первый звонок. Новый учебный год можно считать открытым. Альбина Молдованенко, Вера Корольченко, Давид Падун. События телеканал Академия. Шефство над школами наиболее актуально сейчас. В этом году учебный процесс начинается в непростых условиях. Школы могут попросту оказаться один на один с проблемами, которые никогда не решали. И подзабытое слово «шефы» снова уверенно звучит на линейках. Новый учебный год – новые тревоги. За сдержанными выражениями лиц педагогов мысли о том, всего ли хватает, все ли работает, все ли на месте. Школа номер 12 на поселке Котовского и вовсе начинает новый сезон с непривычных формулировок. Этот учебный год, он особенный, потому что наша детская земля приняла детей, которые вынуждены были покинуть место своего проживания, свои родные школы. И мы приветливо встречаем их сегодня в стенах нашей школы. А вот и они, смущенные, немного растерянные и совсем маленькие. Откуда ты? Я с Донецка. Донецка? А ты, Данил? Со Стаханова. Со Стаханова? Это возле Донецка где-то? Не нервничай. Не нервничай, не переживай, чего ты. А ты откуда? Я не знаю, мама не говорила. Наверное, это важно подумать о таких мелочах, как комфорт юных новичков в незнакомом месте. Небольшие, но полезные подарки от шефов, безусловно, воодушевят ребятишек, не по своей воле оказавшихся далеко от своего дома. Как депутат-мажоритарщик я периодически проезжаю, общаемся с директорами школ, контролируем проведение каких-то там строительных работ. Вот как, вроде как мелочь там раскопали там во дворе ТГО. И к учебному процессу не успевали там заделать тоже там асфальт, все остальное. То есть вроде как мелочь бытовая, но отвлекает директоров. Ровно за полчаса до этого Валентин Скобленко успел на линейку и в другой школе, номер 13. Больше 1700 учеников, есть о чем позаботиться. В гости никто не ходит с пустыми руками. Мы так подумали, что школа — это как сельское хозяйство, в ней все время что-то надо. Поэтому мы приготовили подарок от нас. Это лазерный принтер. Я думаю, что он будет всегда полезен в учебном процессе. Впереди зима, и независимо от положения дел в стране, шефы должны сохранить в школах тепло. Валентин Скобленко отметил, что в первую очередь сейчас важно наладить систему отопления, кое-где поставить новые окна. Дети должны учиться, об остальных позаботятся взрослые. Альбина Молдованенко, Николай Конюхов, Владимир Ивжич. События телеканал Академия. Накануне в интернете появилась информация. Одесские школы отказались от букетов цветов и вместо них принесут провизию для бойцов АТО. Среди поддержавших акцию была указана и школа номер 8. Однако ученики и с цветами пришли и в помощи не отказали. Особенная поддержка понадобилась детям переселенцев из Донбасса. Детям из Донецкой и Луганской области, я думаю, будет тепло, уютно, комфортно. Они найдут тут своих друзей. Родительский коллектив для этих детей приготовил канцтовары. Сами переселенцы с Востока давать интервью не стали. Говорят, хотят хотя бы сегодня отдохнуть от грустных мыслей, воспоминаний и радостно встретить праздник своих детей. Буду учиться. Буду читать, писать. Как ты думаешь, как это учиться в школе? Хорошо. Сидеть хорошо. А еще что? Слушаться. Но все же линейка прошла скромно и без излишеств. Уложились в полчаса. Поздравления, напутствие, гимн Украины и дальше в классы на первый урок. Кстати, он посвящен любви к родине. Школа – это там, где мы учимся, занимаемся, проводим много времени. Ну, мы любим школу. В школе номер 64 от традиционных торжеств отказываться не стали. Но, как и в других одесских школах, уклон в этом году сделали на патриотизм. И особливо на початку цього навчального року побажати всім нам, всій Україні, Одесі, всім містам щасливого, мирного неба над головою. Мирное небо над головой, похоже, главное пожелание этого года. Оно объединило все линейки, а школьники пообещали, чтобы сбылось, будут хорошо учиться.
День знаний в 79-й школе увенчался еще одним знаковым событием. Общество ветеранов-подводников подарило учебному заведению настенную роспись молодого одесского художника. Она стала дополнением к мини-копии памятника неизвестному матросу, созданному сотрудниками школы. Мы планируем, что обязательно на все праздники на этом посту будут нести почетную вахту лучшие ученики школы. А может быть, со временем и каждый день, как на посту номер один в парке Шевченко нашего города, эту почетную вахту будут нести лучшие ученики. Ребята, которые участвовали в торжественном открытии, прониклись важностью момента. Даже ученики младше 10 класса, которые не изучали по программе Великую Отечественную, знают, что такое героическая оборона Одессы. Ну, я знаю, что Одесса продержалась очень долго, и за это Одессе дали звание «Город Герой». Организация ветеранов-подводников неоднократно помогала школе в пополнении материально-технической базы. И теперь для настенной росписи общественники нашли художника и обеспечили всем необходимым. Мы считаем, все, что мы могли, подарили. Но это благодаря еще одному человеку, который созидает в городе, делает для города. Это Сергей Васильевич Кивалов. Директор школы, учителя, сами школьники, они горят этим. И нам радостно это сделать было здесь. От истории к современности. В этом году ученики школы решили не дарить цветы учителям, а помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Дети-сироты из зоны АТО, поступившие в этом году в 79-ю школу, получили канцелярские принадлежности и деньги. Быстрее, качественнее, надежнее. В Тарутинском районе появился новый пожарно-спасательный автомобиль немецкого происхождения. Теперь в Тарутино будут спасать быстрее и эффективнее. Местной части МЧС немецкие коллеги подарили современный пожарно-спасательный автомобиль. Местные специалисты уже по достоинству оценили его многофункциональность и универсальность в украинских реалиях. Этот автомобиль универсальный. Тут не нужно спасательный автомобиль отдельно. Он имеет оборудование и спасательное, и пожарное. Кроме того, это вездеход, который блокируется всеми колесами и может преодолеть любые препятствия. Ну и дизель, который 20 литров на 100 километров употребляет, в нынешнее тяжелое время, я думаю, это очень эффективно. Этот подарок прибыл в Украину по решению немецкого депутата. Он приехал на родину своих предков, разыскать родственников и полюбоваться местными красотами. И, конечно же, не мог не заглянуть в местное пожарное отделение. После чего и решил подарить Тарутино новую технику. Я был здесь год назад, видел, в каком состоянии находится техника в пожарной части. Вернувшись домой, я узнал, что у нас была приобретена новая пожарная машина. Как депутат я поставил вопрос о ее передаче Тарутино. И вы сами видите результат. Она здесь. Этот подарок стал приятным и неожиданным сюрпризом к 200-летию села Тарутино. Отныне команда отважных пожарных и спасателей имеет возможность спасать жизни намного быстрее. Малыши наступают. По Приморскому бульвару в рамках празднования Дня города прошел парад колясок и карет. Его украсили пираты, индейцы, принцессы, супермены и герои сказок. Особенно в почете были национальные мотивы. Украинскими убранствами семьи призвали к миру в Украине и благополучию. Отдельное место заняли коляски национальных диаспор. Традиционный ход самых маленьких одесситов и их родителей – это знак доброго будущего, который особенно актуален в этом году. В большинстве случаев участники парада украсили коляски самостоятельно. В прошлом году мы были переработанными людьми, в этом году мы эволюционировали в индейцев. Как зовут? Это Лев. И мы вместе с детьми создали вот эту колесницу. Да. Вот, идите сюда, скорее. Самое интересное здесь. Посмотрите, это сделано из обычной бумаги. Родилась семья, мы подумали, какая у нас идея. Решили, что мы супер семья. А часто приходится суперсилой. Сейчас такие времена, что всем приходится пользоваться суперсилой. По окончанию шествия всех участников ждали призы и подарки. Одесский «Черноморец» не сумел набрать очки в выездном матче с киевским «Динамо». Моряки уступили со счетом 0-2. Первый гол киевлян вышел на загляденье. Андрей Ермоленко на 20-й минуте обводящим ударом с отскоком от дальней штанги открыл счет. Он же сделал дубль в концовке поединка, воспользовавшись нерасторопностью одесского голкипера Дмитрия Безотосного после прострела с левого фланга. Таким образом, подопечные Сергея Реброва прервали 10-матчевую беспроигрышную серию «Черноморца» в чемпионате.